Выруливай, Маргл, давай. Да чё вы толкаете? Да что такое? Уже вы прям сразу начали толкаться. Привет-привет, друзья! Вы на канале Мульти-Пульти! Всем вкусняшек и мороженок! И сегодня новая серия про аниматроников! Серия «Кто лучший водитель?» Да, ребята! Итак, сегодня первый у нас участник — это Спрингтрап! Вчера первое место занял Голден Фредди, потом Той Фредди, и третье место заняла Чикуля, да! Ну, посмотрим, кто сегодня займет первое место. Сначала Спрингтрап, потом будет ехать Марионетка, потом Мангл, потом Плюштрап и Бонита. Кто тут у нас еще есть? О, у нас появились новые участники. Это Качок Бонни, потом Скраб Бэйби и Балун Бай. Ребята, выбирайте, за кого вы будете болеть. Ну, а я начинаю. Итак... Первый участник Спрингтрап. Выбираем машину. Так, а ну-ка. О! Спрингтрап у нас яркий. И машину тоже яркую возьмем. Так, 31 участник. Ничего себе народу! А Мангл сколько? Поехали! Поехали, поехали, поехали! Давай, 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 так! Ой-ой-ой, вы чё? Да что такое? Вы чё толкаетесь? Опять таранит, затаранили, мамочка! Ну это ужас, да чё вы? Да что такое? Да, дайте проехать, не толкайтесь! Ух, какие же противные эти водилы! Ребята, мы на 12-м месте! Вообще! Бедного Спрингтрапика затолкали! Ну ничего, ничего, ребята! Сейчас все нормально, сейчас мы всех пообгоняем! Так, тихо-тихо! Так, отлично. Так, опа. Так, тихо-тихо, не заносимся. Эти гуляют. Обгоняем. Отлично. Так, 11 место. Первое место было у Голден Фредди. Куда ты лезешь? У Голден Фредди. Ого, впилился. Вы чё? Меня затолкали. И этот впилялся. Ого, сколько обгонял, обогнала меня. И Мангл. Откуда сколько Мангл? Откуда столько Мангл? Капец, откуда не понабирались ребята? Я 17-й вообще. Ну ладно. У Голден Фредди время было 1 минута 11 секунд. Но мы уже не вкладываемся в это время. У нас уже 27 секунд. Так, какими мы приехали? 15-ми, да. Конечно, это не время победителя. Ну, мы неплохо проехали, ребята. Кто болел за Плюштрапа, ой, за Спрингтрапа, я вас поздравляю. Мы не победили. Так, ладно, следующий участник у нас Марионеточка. Так, отлично. Кто болеет за Марионетку, напишите Марионетка, чтобы я знал. Так, у нас сегодня много наших аниматроников, участников, болельщиков. Потом будет Мангл, Плюштрап и Бонита. Так, посмотрим, как проедет сейчас Марионетка, ребята. Так, ну ладно, цвет выбери машинки такой, как ехал. Фукси. Ля, ребята, капец. Марионетке повезло, ребята. Рандомно участников выбрало 6 человек, 6. Так, ладно, давай, Марионеточка, давай. Так, они нас не догонят. Они нас не догонят по-любому. Молодец, 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 классно. Вот это жесть. Так. Да, я сейчас возьму и выиграю. Осторожно, осторожно, заносик. Нет, никакой там вообще-то не заносик, да. Вообще-то это я путь срезала. Я сейчас даже проеду лучше, чем Голден Фредди, ага. Давай, давай, ребята, вот это жесть. Кто болит за Марионетку, мне кажется, она сейчас едет по наикратчайшему пути. Она сейчас проедет лучше, чем... Так, ну по времени она едет лучше, чем Голден Фредди. Это жесть. Да, вообще-то я такая.
Вот это, ребята, круто! Да, ребята, марионетка выходит на первое место! 1 минута 7 секунд! А у Фредди было 11 секунд! Я вас поздравляю, ребята! Кто болел за марионетку, она занимает первое место! Бонни за нее радуется! Итак, следующий участник у нас классическая Мангл! Так, ребята, кто болеет за Мангл, сразу напишите Мангл, ну, чтобы я знал. Так, у нас классическая Мангл, потом Плюштрапики и Бонита. Итак, выбираем машинку для Мангл, посмотрим, как Мангл у нас умеет ездить, да, ребята? Так, машину выбираем для девочек, зеленую. Ну, просто Мангл любит зеленый цвет. Количество участников будет 20. Так, на старт, внимание, ого, участников очень много. Так, давай, выруливай, выруливай, Мангл, давай, давай. Да чё вы толкаете, да что такое? Уже вы прям сразу начали толкаться. Вообще, капец, ребята, давай, Мангл, вот так вот. Ага, получили толкачи. Чи-чи, толкачи, сейчас вы получите. Так, ребята, мы на третьем месте из 20 участников. Сейчас попробуем обогнать. Молодец, Мангл! Ух ты, куда ты толкаешься? Ну это вообще, они такие наглые, эти участники. Так, и тихоня, ой, занос, 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 ребята, занесло. Мне кажется, разработчики там в кустах масло разлили. Тут такие заносы. Куда, ля, обгон, обгон. И этот обогнал. 4-5 место. Ну ничего, 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 нормально. Давай, Мангл, давай. Даю я, даю. Они все толкаются и толкаются. Опля, получил. Будешь знать, меня обгонять. Ты смотри. Давай, давай. Так, время, в принципе, неплохое у нее. Она... Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Молодец, молодец. Так... Давай, 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 давай. И, ребята, Мангл выходит на 5-ю или на 6-ю позицию. Ну, она не обогнала Фредди, не обогнала марионетку Голден Фредди. Ну, все равно, да, ребят, неплохо она проехала. И следующий участник у нас классический Плюштрап. Ребята, кто болеет за Плюштрапа, сразу в комментариях мне напишите хэштег Плюштрап. Кто умеет писать хэштеги, а? Это такая решетка. И пишите слово Плюштрап. Так, машинка у нас будет яркая. Ну, только не розовая. Розовая для девочек. Давайте. Машинка будет желтая. Количество участников будет 20. Не, 18. Так, желтая машина. Ну, чё, ребята. Ага, так, отлично. Отлично, поехали, молодец, ребята. Нас рандомно определили на первое место. Это круто. Ничего себе, прикольно. Мы даже не толкались среди вот этих всех толкачей. Так, смотрите, Плюштрап очень хорошо разогнался. Самое главное, чтобы ему никто не помешал. А то эти могут. Еще я заметил, ребята, там вот в кустах, мне кажется, там масло разлито. Да-да, вот тут опять заносик. Давай-давай, выруливай, выруливай. Ух, обогнали нас, ребята. Ну это капец. Ну это капец, ну как так можно? Ну, вообще, эти прутся, аля, с двух сторон. Да вы чё? Нет, ну наглеют и наглеют. Вот наглые. Ну ничего, ладно. Сейчас ты получишь. А ну иди погуляй, ага. Есть! Так, ребята, мы на третьем месте. И у Плюштрапа очень хорошее время. Так, мне кажется, эх. Марионетку он уже не догонит. И Голден Фредди. Ну, а Чику догонит. Да, ребята, Плюштрап выходит на третье место. Круто. Ну да, Плюштрап молодец. Кто болел за Плюштрапа, я вас поздравляю. Вы на третьем месте, ребята. И следующий участник у нас Бонита. Систер Бонни. Так. Ух, какая она прикольная. Так, ну чё.
Ребята, если вы захотите, в следующем видео может появиться вот этот качок Бонни, потом Скраб Бэйби, Балун Бой, а также может захотите кошмарных аниматроников, а может даже... О, ребята, что я придумал? А может быть устроить гонку со злодеями, а? С бабкой Гренни, с Пеннивайзом, с Криком, с Пилой, с Джейсоном Вурхизом, с Майклом Майерсом. Напишите, а? У меня все злодеи есть, а? Аниматроники против злодеев. Прикольно, да, было бы? Давай, Бонита. Давай. Ну, молодец. Ребята, как она их обогнала. Лёд поставили машину прямо на трассе. Вы чё? Мы чуть не врезались. Так, ладно. Ребята, мне кажется, вот там, где поворот, там, мне кажется, налили масло. Ой-ой-ой-ой-ой, мамочка, за носик. Всё, нас обогнали, капец. Вот тут масло налили, точно, опять за нос. Вы чё? Всё, ребята, пятые, ой-ой-ой. Давай, Бонита, пожалуйста, ой, а шестые, седьмые, обгоняйте, что вы толкаете, не стыдно вам? Ага, вообще, они мне, я первая была, они меня растолкали, я девятая. Ладно, Бонита, все нормально, давай, самое главное доехать. Легко прутся, вообще. Ну ничего, ребята, сейчас. Давай, Бонита, главное доехать до финиша, конечно, мы уже не первое, не второе, не третье место, да, и не четвертое. Эх, жалко. Ну ничего. Так, и Бонита выходит на восьмое место, да. Ну, так бывает. Ну что, ребят, напишите в следующем видео. А, у меня же... В этой карте, ребята, очень много гонок. Напишите, какие гонки еще устроить и каких персонажей поставить в эти гонки. Ну, а вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Люблю, целую, ваш Мультипульти. Ну, пока, ребята, пока.